В столичном регионе пресечена деятельность группы неонацистов, занимавшихся подпольным производством и распространением оружия. Как сообщили в ФСБ, задержаны предполагаемый организатор криминального бизнеса и его сообщники. При обысках у подозреваемых обнаружен целый арсенал, пулемет, 2 автомата, несколько десятков пистолетов и револьверов, а также 3 килограмма тротила, 1500 патронов различного калибра и большое количество комплектующих к огнестрельному оружию. Сотрудники правоохранительных органов проверяют причастность задержанных к совершению других преступлений на территории России и Беларуси. Редактор